об экологической ситуации сейчас говорит весь мир. Насколько ответственно мы относимся к окружающей среде? Как сократить использование одноразового пластика и упаковочных материалов в отходах? Компания Tupperware не перестает удивлять и продолжает заботиться об окружающей среде и нашем здоровье. В данном видеообзоре представляю вашему вниманию новинку – коллекцию силиконовых контейнеров Ultimate. Уникальные изделия из этой коллекции просты и удобны в использовании. Благодаря высококачественному силиконовому материалу контейнеры серии Ultimate подходят для решения различных повседневных задач. Вы можете использовать их для хранения сухих ингредиентов на полках или хранить продукты в холодильнике. Замораживать впрок, например, грибы, ягоды, заготовки блюд в морозильной камере. Разогревать в микроволновой печи. Представьте, что в этом силиконовом контейнере можно панировать или мариновать мясо, рыбу, овощи без использования пакетов. После маринования вы можете запекать прямо в контейнере без фольги в духовом шкафу. Силиконовые контейнеры Ultimate – это новый тренд. Вы полюбите их с первого взгляда и с первого использования. Как и все изделия Tupperware из силикона, данный контейнер выдерживает перепады температур от минус 25 до плюс 220 градусов. Данный материал не содержит латекс, бисфенол А, фталаты и прослужит долгое время. Специальная застежка-молния позволяет легко открывать и закрывать изделия, обеспечивает герметичное хранение. Для того, чтобы закрыть силиконовый контейнер, соедините застежку-молнию от одного угла к другому. Благодаря гибкому материалу и размеру контейнеров их легко разместить в любом месте, даже в ограниченном пространстве. А полупрозрачные матовые стенки изделий позволяют легко определить содержимое. Изделия имеют специальное отверстие для крепления карабина. Их удобно брать с собой на пикник или в дорогу. Кроме того, силиконовые контейнеры особенно пригодятся как для продуктов питания, так и для других важных мелочей в путешествии. Благодаря продуманному дизайну контейнеры Ultimate устойчивы и их легко заполнять. Вам будет удобно есть прямо из контейнера, не используя дополнительных емкостей. А рабочая поверхность и духовой шкаф всегда остаются чистыми. Обращаем ваше внимание на следующие рекомендации по использованию силиконовых контейнеров. Изделие не обладает влаго-воздухонепроницаемыми свойствами. Хранить в холодильнике, запекать и перевозить жидкие ингредиенты рекомендуется только в вертикальном положении. Перед замораживанием в горизонтальном положении рекомендуется первые 3-4 часа хранить продукты, содержащие жидкость, в вертикальном положении в морозильной камере. Затем силиконовые контейнеры можно расположить горизонтально. Не переполняйте силиконовые контейнеры выше отметки на основании. Это особенно важно при замораживании продуктов. Перед тем, как поставить силиконовый контейнер в микроволновую печь, слегка приоткройте изделие. При использовании микроволновой печи рекомендуем использовать низкую мощность. Рекомендуемая мощность составляет 600 Вт. При запекании в духовом шкафу всегда ставьте силиконовые контейнеры только в вертикальном положении. Мы рекомендуем для устойчивости использовать крышку UltraPro. Обязательно оставляйте минимум 5 см между изделием и стенками духового шкафа или микроволновой печи во время приготовления. Рекомендуем готовить в силиконовом контейнере в духовом шкафу до часа. Рекомендуемая температура составляет 180 градусов. Максимальная температура приготовления – 220 градусов. Силиконовые изделия не подходят для приготовления в режиме гриль и на варочных поверхностях. Обязательно используйте силиконовые варежки-прихватки в процессе приготовления в духовом шкафу или микроволновой печи. Не используйте острые кухонные приборы, которые могут повредить изделия. Силиконовый контейнер можно мыть в посудомоечной машине. Перед мытьем необходимо вывернуть контейнер наизнанку. Для того, чтобы очистить остатки пищи в застежке молнии, используйте ёршик. При появлении сильного загрязнения рекомендуем мыть вручную с использованием раствора. Равные части дистиллированного уксуса, пищевой соды, лимонного сока. Очистите изделие приготовленным раствором. Оставьте на несколько минут в горячей мыльной воде. Для стойких пятен до 15 минут. Затем повторно протрите приготовленным раствором и ополосните горячей водой в последний раз. Тщательно высушите изделие. Обращаем ваше внимание, что после приготовления в силиконовых контейнерах могут появиться запахи и пятна, которые не влияют на функциональность. Это естественное свойство силикона.
Рекомендуем не использовать одни и те же силиконовые контейнеры для пищевых и непищевых продуктов. Уверена, вы уже впечатлены возможностями новой коллекции силиконовых контейнеров Ultimate. И у меня для вас отличная новость. Силиконовый контейнер Ultimate объемом 1 литр станет подарком для менеджеров и директоров, кто выполнит формулу успеха в июне. Получите уникальный многофункциональный подарок первыми!